Друзья, мы с вами продолжаем играть Sims 3 времена года. И где-то тут наш Ирвин выписывает пируэты. Походу, с Ирвином какая-то у нас проблемка. Чё-то я его не вижу, да? Но, по крайней мере, он эти самые пируэты где-то... Вот смотрите, да? Пошел Ирвин. Вот он, нарисовался, наконец-таки. В общем, у него получилось сделать 5 пируэтов. Он получил... счастье всей своей жизни. Выполнить 10 трюков на доске у него теперь. Счастье всей жизни. 2 он уже выполнил. Но я так думаю, что с трюками стоит нам уже завязать, потому как мы там что-то собирались делать с вами. А кстати, смотрите, как у него просто отлично получается. Да. Не всегда. В общем, нам нужно с вами отправиться на работу для того, чтобы получить там что-то. Помните, мы с вами читали книгу. Также у нас, давайте взглянем, что тут у нас, естественные нужды, бодрость, питание, общение и гигиена. Зато досуг, конечно же, зашкаливает. Ну, давайте возьмем, потому что, я так думаю, мы... А, кстати, он уже 5 сделал. Интересно. Так, свет зажгли. В 7 часов вечера. 7 уже сделал, да? А, так, обождем мы с вами еще 3 трюка, и у него будет еще 300. Еще 300, конечно же, сейчас пока у нас маловато, зато вот у нас, смотрите, есть гений садоводства, невосприимчивость к холоду и всезнайка. Также, как вы помните, мы с вами получили денежки с нашего партнерства в этом магазине, 1000 долларов, не бог весть, какие деньги, но все же приятно. Вот, и вы только взгляните, да, на это. Я вот так, смотрите, просто здорово, мне кажется. Вот этот городок мне очень нравится. Где-то среди гор, заснеженный. Тут постоянно какие-то праздники у них, да. Тут все есть, рестораны, библиотеки, даже свои театры есть. В общем, здорово. Так, ну что, Ирвин, наигрался, нет? Также мы с вами иглу строили вот такой вот. Может быть, возле дома нужно построить еще один для фана. Так, и того у нас 9. И последний. Вот, отлично. Теперь что, 20 трюков? Да ну ладно. 20 трюков, это, мне кажется, уже слишком. Тем более, что вот в основном трюки он делает на заднице на своей. Накатались мы с вами на коньках, и, кстати, вот как раз на коньках нужно, так я подозреваю, смотрите, вот это кадр. Задом катается, да еще и футболочки. Ирвин, ну ты пойдешь домой или нет? Хватит уже. В общем, катание на коньках довольно-таки, ну такой, скажем, нельзя сказать, что это экстремальный вид занятий, но нужно под присмотром, короче говоря, Ирвина заставлять его делать. Вот, сел он свою раздолбайку и погнал. Вот, но все же другое дело, да, чем на велосипеде кататься. Да, так вот, на коньках он все норовит какого-нибудь мужика за руки взять. Я, откровенно говоря, даже начал беспокоиться за его ориентацию. Как-то все это странно выглядит. Может быть, давайте, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах общественности, позовем завтра кого-нибудь, романтические отношения заведем, что ли? Так, ладно. Что у нас тут еще нужно с вами сделать? О, да тут много чего сделать нужно. Воспользоваться. Питание, общение. Так, ну питание у нас тут... Где-то были яблочки. Вкусненькие яблочки, которые мы с вами заготовили еще летом. Зимние яблоки, да? Вот, потом мы что тут делаем? Гигиена, правильно, руки помой, потом зубы почисть. И, в общем-то, спать. В общем-то, спать, да, все, больше мы тут с вами ничего такого не сделаем. Лучше пускай пораньше ляжем спать, чтобы завтра быть бодрым и веселым на работе. Шутить там с начальницей, да? Возможно, мы там что-нибудь тогда хорошее, по крайней мере, да, отношение от нее получим. Вот, так, здесь у нас
Гений садоводства. Вот как-то, как бы применить вот этот вот гений садоводства, да, на вот эту вот штуку. Ну что, рискнем. В принципе, мне говорили, что если убрать стену, да, я уже распространялся по этому поводу. Это что у нас? Чистить мойка простота. Да возьмем. Потом что-нибудь лишнее уберем отсюда. Так, да, так вот. Если убрать, как бы не замерзло вот это вот все. Ну, давайте пробовать. Тем более, что смотрите, да? А, ну, сейчас-то да, сейчас-то в режиме лета. Вот, но когда мы с вами уберем кусок стены и возвратимся назад, то вот это вот может замерзнуть. Да, сложно. Так вот, как-то так кажется, да, убирается стена. Кусок стены. Даже не кусок стены, вот так вот мы можем. А, погодите, мы можем с вами вообще убрать, я так подозреваю. Где-то тут пипетка, рука. Вот, кусок окна. Вытащили, да. Потом назад его поставили. Потом, если что, можно докупить будет. В общем, так, хорошо. Мы это провернем, но, конечно же, пожалуй, не сейчас, потому как сейчас смысла особого нет. Все равно садить пока что Ирвина будить посреди ночи, чтобы он лез в сад, в теплицу и садил. Ну, это как-то довольно-таки странно будет выглядеть. Вот, а завтра мы с вами обязательно проведем эксперимент. Ну, замерзнет так замерзнет. Короче говоря, мы соберем сначала все отсюда, все овощи, а потом уже будем проводить этот экспериментус, а вдруг нам повезет, и мы сможем с вами высадить какое-нибудь вот такое вот неизвестное семечко. У нас их много с вами. Котлета с сыром, кстати, вот тоже нужно прочесть бы, да? Читать, читать, читать. Так, ладно. Опять заснежило. Какая красота. Выспался в 4 утра. Ну, в принципе, я согласен. Вот, с его вот таким вот действиями. Проснулся, включил свет. Зачем вставать сейчас, бегать в 4 утра, в такую-то погодку, да, в такую рань? Хотя вот я вижу, что кое-кто тут в такую рань вполне так встает и катается. Уже поехали на работу. В 4 утра. Вот где она, интересно, работает? Вот, потом давайте сделаем вот так вот еще. Праздничная подсветочка дома. Висячая. Ух ты, многоцветный, фиолетовый, синий, зеленый, красный, желтый. Я люблю, какой же нам, давайте сделаем, может быть, давайте многоцветный посмотрим, сменим, если что, потом. Так, она появилась, да, вот. Там он белого цвета, здесь то же самое, что-то подобное, да? И у нас вон многоцветная какая. Красотень. Новый год. Так, надоело читать. Или прочел он уже, или изучил. Гигиена и естественные нужды. Решил помыть. Ну, молодец. Приготовить блюдо. Что-нибудь прямо сейчас. Хорошо. Подать, подать, взять, съесть, съесть, открыть, подать, взять завтрак. Так, а нельзя ли нам... Ну, он самостоятельный, конечно. Подать, это у нас что, вафли оладьи? Подать десерт, тыквенный, лаймовый. Ух ты, лаймовый пирог. Давайте сделаем лаймовый пирог этот самый. И сами, в принципе, поедим. И потом его закинем в холодильник, пускай стоит. Возможно, до вечера он не испортится. Тогда гостей пригласим, пускай кушают. Супер крутой лаймовый пирог. Кстати, хочу я посмотреть, как это все. Вот эти вот зеленые яйца, это лаймы, наверное, да? Да, походу. Хотя на лимон похоже больше, да? Вот внутри. На зеленый. Как профессионал у нас уже работает Ирвин, но это и не удивительно.
У него тут кулинария. Вот вы видите сами, просто зашкаливает. Еще немножко, и он будет гений. Настоящий гений кулинарии. Что же это за пирог такой? Вы представляете, да, как приятно с утреца встать, никуда не спешить там, потому как на работу в 8 часов, за 4 часа до работы, короче говоря, заниматься своими делами, читать книги, печь пироги и отведывать их, линцев вот всяких кормить тут. Так хотя бы он не бросил. Прибудет через час. Так, через час и через этот час мы с вами давайте вот сюда вот сбегаем. Потом вот сюда вот принять душ. Вот он как выглядит. И сообразил, молодец. Молодец, сообразил. Потому как я подумал, что сейчас нам придется с вами или вот эти вот убирать, или потом кушать. А мы можем потом просто не успеть. Могли бы, вернее, да? Но выглядит он здорово, этот пирог. Что значит мастер? В общем, ложим мы его с вами в холодильник. Будем надеяться, что он доживет до вечера. Ну-ну, не спеши, а то подавишься. Конечно же, за обе щеки я бы тоже, наверное, так трощил бы его, да? Другого слова просто не подберешь. Так, ладно. У нас 8 часов. Что мы? Линси-то мы покормим с вами? Нет, уже не покормим. Ну, ладно, покормим тогда вот так вот сделаем. Все равно, смотрите, у нашего героя просто офигенное настроение. Мне кажется, что раньше я такого еще никогда не видел. Вот, как сейчас. Тут буквально чуть-чуть полосочки остается, да, для того, чтобы была настоящая нирвана, и после этого Ирвин вообще ничего не захотел делать. Вот интересно, вот эта вот девушка, которая разносит счета, она вообще думает когда-нибудь одеваться? Или зима ей нипочем? И ладно бы там на каком-нибудь автомобиле, да, приезжала, так нет же. Знания и навыки, которые вы получили благодаря чтению, помогли завоевать немало уважения коллег. Кроме того, вы сумели установить хорошие отношения с начальством, и ваша работа стала более эффективной. Вот, успел дочитать. До окончания его работы. Прибыл вот этот вот наш стюарт, не стюарт, горничный, не горничный, уборщик. Что-то там тернул, получил свои. Отдохнуть давайте немножко. 125 долларов и укатил. Так, 1000. Это что такое было? Это мы получили, да, получили денежки. Выполнять укрепляющие упражнения, это мы с вами знаем, под телепередачу на беговой дорожке. Посетить парк. Да ладно, мы только вчера с вами там были, в этом парке. Пока что давайте сделаем перерыв, иначе мы в этот парк сходим с вами, ну, прям как на работу, на какую-нибудь. Вот, принять душ. Далее у нас тут вот это вот. Мы хотели с вами поэкспериментировать, и потом все же кого-нибудь пригласим. Что там у нас за щетина? Сколько мы заплатим с вами? Минус 193 бакса. Много. Относительно много. Если помните, мы с вами платили 120, кажется, когда только-только въехали. Но вот тут у нас расширился дом, тут у нас автомобиль, тут вода, все остальное. Новая техника. Поэтому и подороже, конечно же. Так, и после того, как он примет душ, все же давайте мы сюда вот сходим. Соберем продукты. Собрать урожай. Вот, я надеюсь, он отсюда все соберет.
в сад не полезет голышом после душа. Да и делать тут особо-то нечего. Но тем не менее, как вы помните, он тут даже сорняки искал где-то посреди зимы. Паул. Такой садовод-любитель. Вот, и как только он это все соберет, даже если у нас все замерзнет, ну что ж, замерзнет так замерзнет. Но, по крайней мере, урожай мы с вами соберем. А вдруг еще будет какая-нибудь такая интересная у нас задача, кому-нибудь суперпродукты собственного парника отвезти и за это что-то хорошее получить. По крайней мере, может быть, хорошее какое-нибудь отношение, денежки или еще что-нибудь. Ну и кроме того, мы с вами занимаемся садоводством, а садоводство у нас, давайте взглянем. Да, вот как раз садоводство у нас с вами и в загоне, то есть нам нужно поднимать его, чтобы получить следующее повышение. И рыбная ловля, но рыбная ловля пока что никак. Это разве что тут какой-нибудь рыбный спортивный клуб поискать или что-нибудь такое, да взять урок. Вот, возможно. Потому как я говорил, что я думал, что здесь есть зимняя рыбалка. Отличное, кстати, времяпрепровождение, но, к сожалению, нет. Проковырять луночку там где-нибудь в парке и посидеть с удочкой. К сожалению, такой возможности у нас с вами нет. Так, в общем, чё тебе так смешно-то? Так, в общем, давайте смотреть. Теперь попытаемся мы с вами провернуть. Так, режим строительства. Вот это что-нибудь из этого продадим. Щелкните здесь или нажмите кнопку «Делить», чтобы продать предмет. Так, продали мы с вами предмет. И теперь у нас тут кусок стены, естественно, да? Поэтому придется вот этот кусок стены все же убрать. И сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Вот, смотрите, что у нас получилось. Зима пришла в нашу теплицу. Ну, это естественно, мороз сразу же, да? Но пока что вроде бы живут у нас вот эти вот. И пока они живут, давайте мы по-быренькому сейчас что-нибудь высеем, если сможем. Посадить. Вот, отлично, семечко мы посадили с вами. Следующее мы не сможем, да? И вот это вот то же самое пока что наш навык. Я так подозреваю, довольно-таки слаб, чтобы что-то... Анчоус у нас с вами есть, смотрите. Сом, качество превосходное. 5 килограмм, нифига себе. Когда он его успел? И где? 9! Радужная форель. 9 килограмм. Когда он их успел наловить? Так, и может быть... Семена латука нет. Никак. Скорее всего, потому что у нас тут вот... Вот эта вот штука немножко мешает. Как-то вот так вот ее. Посмотрим. Хотелось бы еще что-нибудь посадить тут. Вот, отлично. У нас два ряда, да? Ну, пускай вот здесь вот остается. А вот тут, может быть, и сюда что-нибудь сможем. Помидоры. Отлично, просто отлично. Все, походу, да? Ладно, теперь ставим назад, я так подозреваю. А может быть, пускай посадят, потом мы с вами поставим назад. Потому как неизвестно, да, будет он садить или не будет. Успеет он посадить, пока все замерзнет вообще. Напрочь. Подгреб так руками снежок. Так, ладно, я просто не могу на это смотреть. Так, строительство. Давайте мы вернем с вами стену назад. Вот, отлично. И окошко то же самое. Мы с вами должны будем вернуть назад. Чертежи кувалда. Смена дня и ночи. А, это мы можем, да, сейчас поменять и посмотреть, как там, да, что. Так, окошки. Настенное покрытие. Окна.
У нас тут вот оно, то, что мне нравится, как раз для нашей теплички. Теперь вот вопрос. Да, вот, поспешил я, да? То есть он не может, как только мы с вами поставили, ну и ладно. Посели вот этих вот два, и уже хорошо. Так, ну согласитесь, да, держать открытую теплицу, когда у нас мороз, тоже как-то не очень весело. По крайней мере, мы с вами два этих посадили. Посмотрим, у нас теперь будет что, салат-латук и какое-то неизвестное растение. Что за растение? Кто его знает? Увидим. Вот, дальше нам нужно с вами посмотрим. Я хотел все же кого-то пригласить, тем более, что 16:44 у нас как раз целый вагон времени. Так, позвонить персонажу. Пригласить. Там даже есть пригласить семью, но я не готов, откровенно говоря. Виктория Эндрюс. Я уж позабыл тут половину тех, которых мы с вами вот, я тут вижу. Ну, кроме, конечно же, Джуди Банч. Моргана у нас тут с вами есть. Сьюз Вейнрайт. Фиона Макайриш. Вот кого-то из этих мы с вами приглашали, и кто-то там был журналистом. А вот кто? Давайте вот это вот. И попробуем, да? Прошлый раз, помните, мы с вами двоих сразу же пригласили, но почему-то вторая уехала. Поэтому будем по одному. Конечно, я скоро буду. Ну, хорошо. Я рад. Так, тогда мы что сделаем? Открыть холодильничек. Тут у нас с вами пирог есть. И печенье есть. Что-нибудь пожуем из этого. Самое главное проследить, чтобы оно не испортилось. Очень хорошее и хорошее. Вот, мадам пришла. Пригласить войти. Че это так? Веселиться-то. Пригласить войти. Да что ж ты. Позвать, перестань позвать. Простые упражнения. Ирвин, что-то ты творишь не то. Так. Прогнать, присоединиться, делать, позвать. Перестань. А, собственно, давайте присоединиться, делать снеговика. То есть, я так подозреваю, что, в принципе, она среагировала, да, на то, что... Вернее, Ирвин наш среагировал на то, что она пришла и вроде бы как засчиталась, что мы поговорили. Но мы пришли, она ушла. Ладно. Вот скажите мне, почему все переодеваются? Я вообще не могу понять, почему все переодеваются, когда приходят к Ирвину в рабочую одежду. Дружелюбно болтать. Это у нас... Походу, так, вот, я так и думал, что это спортится. Давайте мы съедим его пока, да? Пока оно тут еще не испортился, этот наш лаймовый пирог. Эта девушка, кажется, насколько я помню... Ласкать на диване. Насколько я помню, она у нас с вами... Тоже по науке, кажись. Гений-скептик. Да, это та, которая мы, вспомните, мы с вами на пляже как-то вроде бы с ней разговаривали и сразу нашли общий язык. Вот, и гений, и скептик, мы сразу же с вами смогли выяснить, что она такая, да? Нерски, нерски, шушка, мам! Зорг! Ланг-ланг! Так, ладно. Это у нас Коннор Фрио какой-то нарисовался тут. В общем, ладно, хорошо.
Поговорим потом немножко, потом что мы будем делать. Я так думаю, что нужно нам бы с вами с ней поиграть немножко. Еще и поговорить, и поиграть в шахматы. Вместе. И пообсуждать немножко ее работу, да и, собственно, Ирвина, я так думаю, что найдут они вместе общие темы для разговора. Интересно, вот кто выиграет, да? Помните, в прошлый раз, когда мы с вами играли, Ирвин наш победил. Но это и не удивительно. Так как логика у него довольно-таки неплохо развита. 5. И также, как вы помните, мы с вами ездили, какое-то было у нас задание там где-то с кем-то, то ли поиграть вот здесь вот, то ли рассказать кому-то о логике. Короче говоря, Ирвин там произвел фурор и еще заработал денежек на этом, да, и, кажется, отношение даже там какое-то было. В общем, так, вечер сегодня, пожалуй, пройдет у нашего Ирвина удачно. Вот, до конца тогда мы до упора уже поиграем в шахматы. И, собственно, я так думаю, что так, улучшить навык логика, но это будет не скоро, но возьмем на всякий случай. В общем, я так думаю, что завтра мы с вами попытаемся все же поискать вот этот вот навык рыболовства. Если есть возможность его взять, то есть мы выйдем в город и там пошастаем. Если есть возможность его взять где-нибудь в каком-нибудь клубе рыболовов, то мы обязательно купим его за 400 или за 500, какая разница. Самое главное, что это у нас будет следующее повышение. По работе нам это срочно нужно с вами. Ну и садоводство. Садоводством, в принципе, мы можем вот тут вот поковыряться. И будет у нас с вами еще садоводство. В общем, я на этом тогда с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока!